А вот сейчас мы прогуливаемся по таким вот улочкам, узким немецким улочкам. Как в Амстердаме, то тоже улицы маленьких домов. И здесь, смотрите, как классно. Домики, смотрите, о, 626 год, смотрите, на Белом доме. 1626, сколько ему лет? 400 лет дома. Красота, да? Домику 400 лет, его надпись 1626. Вот они, старые кафешечки. Так, сейчас мы, наверное, выйдем на речку Рейн. Прям по рукам бьет. Ой, солнышко немножко выглядывает, даже теплее стало. В реке Рейн я купался, только со стороны Голландии. Вот она, настоящая Германия. It is Germany, ребята, мы прорвались сюда. Ну а вот мы с вами на реке Рейн. Вот. Красивые вот эти здания, прям вообще безумно мне нравится. 4 домика, 5. И вот этот вот храм. Надо будет сделать еще, может, фотографию, может, сейчас сделаю. Так, а сейчас давайте вот здесь вот по полукруглому улочку пройдем, тоже старенький, тоже исторический. Сейчас у нас улицы снова все прямые. А эта улочка, видите, какую форму имеет. Вот дом тоже 01643. 643. Блядь, какой домик классный. Давайте тоже дотронемся хоть. У меня руки, смотрите, красные, ледяные. О, все пальцы отморожены. Сейчас идем дальше, ребят. А вот сейчас мы прогуливаемся по таким вот улочкам, узким немецким улочкам. Такие настоящие, старые улочки, вымощенные. Ой, чуть-чуть сбил камеру нечаянно. Домики, прям вот эти места намного интереснее. Как в Амстердаме, то тоже улицы маленьких домов. И здесь, смотрите, как классно. А, это выход как раз к реке. И мы сейчас выйдем, наверное, к реке. Домики, смотрите. О, 626 год, смотрите, на Белом доме. 1626, сколько ему лет? 400 лет дома. Видели, сохранился. 400 лет дома в Германии. Ну, похож, конечно, на голландский, на все остальные. Красота, да? Домику 400 лет, его надпись 1626. Выстоял и все войны перестоял, перетерпел. Ну класс, это очень красиво. Идем, вот я вижу корабль стоит впереди к набережной, приближаемся. Сейчас рука онемела, сейчас поменяю руку. Так, а вот еще узкие улочки. Все в основном, конечно, сохраняется, чем ближе к реке, потому что сейчас дороги нас соединяют, а раньше соединяли только же реки. Поэтому все, что было около реки, то развивалось, те места. А где подальше было, там слабо развивалось. Вот они, старые кафешечки, старые улочки. Интересно, это прям хорошее место. Все-таки не все дома разрушены. Что-то, конечно, может быть, восстановили, подкрасили, но есть целые здания такие хорошие. Настоящая брусчаточка. Классные места. Так, сейчас мы, наверное, выйдем на речку Рейн. На реку, река Рейн. Вот она. Ой, тут вообще прям по рукам бьет. У меня руки, пальцы все красные. Мороз сильный, но вот оно, это место. Мы добрались. Супер. Ой, солнышко немножко выглядывает. Даже теплее стало. В реке Рейн я купался, только со стороны Голландии, в реке Вал. А, вот гляньте, как красиво получается. Вот они, домики, такие исторические, классные немецкие домики. Смотрите, вот это красиво. Вот она, настоящая Германия. It is Germany, ребята, мы прорвались сюда. Попали в Германию, видите, какое путешествие получилось.
Везде побывали, путешествие бешеное у меня, но решил, я его придумал, так что продолжение следует. Ребят, смотрите, вот идем, продолжаем идти по набережной города Кёльн. Красивое здание, вот исторически, конечно, хорошее место попали. А вот еще, смотрите, домики, такие узенькие, сейчас я вам весь обзор покажу, кстати. Вот она, наша река Рейн. Ну а вот мы с вами на реке Рейн. Вот, сзади нас река Рейн. Мы были здесь. Давайте посмотрим на те домики. Подойдем к ним, там реально какие-то года фантастические написаны. А, может быть, тут, наверное, сбиты уже года. Не совсем фантастические, они немножечко... 1685, хотя все правильно. Красивые вот эти здания, прям вообще безумно мне нравится. 4 домика, 5. И вот этот храм. Это уже более современно отстроенный храм. Храм, это не тот суперготический, который мы видели. Это настоящая Германия. Город Кёльн. Красивый вот это место, безумное. А? Надо будет сделать еще больше фотографий, может, сейчас сделаю. Сейчас пойду дальше. Давайте вот здесь вот по полукруглому улочку пройдем, тоже стареньким, таким историческим, города Кёльн. Когда вот полукруглая улица, это как раз говорит об архитектуре, то, что эта улица была спроектирована очень-очень давно. Сейчас у нас улицы снова все прямые, а эта улочка, видите, какую форму имеет. Люди ходят, немцы. Там уже машины ездят. Ну, здания, вот я смотрю, разница в том, что они все, видите, отштукатурены и покрашены. В Голландии там все кирпичное. У немцев так, вот дом тоже 01-643. Блядь, какой домик классный. Давайте тоже дотронемся хоть. У меня руки, смотрите, красные. Ледяные, о, все пальцы обморожены. Замерз как собака. Может быть около нуля там, но очень холодно. Сырость большая, везде ведь реки здесь тоже. Влажность большая, и поэтому все достаточно холодно. Есть улицы такие оживленные, где очень много людей, а есть вот такие безлюдные. Вот мы сейчас по такой гуляем. Сейчас идем дальше, ребята.